Всем привет, меня зовут Люцис, и сегодня сейчас мы идем на тайную локацию, посмотрим, что же за ящик нам выпадет, что будет внутри. А после я запишу ролик по рейду вот этой базы. Чуть позже сначала, ну, потом буквально. Как-то странно припарковался. О, щеночек. Так, где второй жердяй? Ой, его нету. Он сейчас придет, да? Нет, это нормально. Итак, открываем и смотрим, что же у нас тут. Давай. Та-дам! Ох, нихера. Гранатомет, Скар опять. Так, это у нас микросхема, части двигателя, медная руда, медный слиток, железный слиток, стальной слиток, пружина, ключ, 9 аптечек. Алюминиевая пластина, 10 проволоки, полный сет военной брони, калашик и дробовик. Охренеть, 4 огнестрела мне выпало в этот раз. Это просто охренеть. Так, чоппер, 1, 2, 3, 4. Я уже не знаю, куда девать этот весь огнестрел. Это, вот это и вроде бы... Это мне не надо, у меня пул этого всего. Ну, в принципе, можно выходить. Все, что хотел, я добыл, скажем так. Ну, вот такой вот лут. Я бы даже сказал, очень даже неплохой. Редко мне выпадает полный сет и плюс 4 огнестрела. Там обычно 2, 3, но это редкость. Тут аж 4. Неплохо, неплохо. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.